Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале директора Адлера. Я нахожусь на Красной Поляне. И вообще сейчас я нахожусь между курортами Газпром и Роза Хутор. То есть вот за моей спиной Газпром. Там Роза Хутор. И вот я сейчас хочу просто пройти по вот этой муниципальной территории. Она ничья, как я понимаю, государственная. А курорты частная, как я понял, территория. Если ошибаюсь, поправьте меня. И вот мы сейчас пройдем по одной из моих любимых набережной до курорта Роза Хутор. Поэтому желаю всем прекрасного настроения, приятного просмотра. Посмотрите, какая красота у нас там. Все цветет, вся поляна. Я иду до Роза Хутор. С поселка Красная Поляна. То есть вот я уже подхожу к курорту. Дойду до курорта, до родника, до Роза Пляж, Роза Бич. И начну стрим и пойду обратно. Сегодня приехал на курорт. Вон идет Сережа с Машей, мои друзья. Так, и я желаю всем прекрасного настроения, приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее, поставьте мне лайк, потому что мы начинаем. Смотрите, как елочки распускаются. Какая красота. У нас сегодня облачно. Справа река Лаура. Вот такая у нас красота. Тут лепота. Ждем красивый закат. Корги тут бегают. Бедная собака. Мне кажется, ей неудобно. Кто ее придумал такую? Посмотрите, какая красота у нас тут. В Адлере вообще там пасмурно. Тут хоть бывает солнышко выглядывает. Вот мы приехали сюда за солнышком. Видели динозавров в горах? Если нет, ставьте лайк. Тут уже все зацвело, отцвело. Не успел я вам показать, как красиво здесь все это мероприятие цветет. Я вообще хотел на самокате поехать, но самокат, ты все были заняты, и поэтому я иду пешком. Так, жирафов видели в горах? Если нет, ставьте лайки. Смотрите, как моют набережную. Так, эти деревья, по-моему, все плодовитые, какие-то плоды, то ли яблоня, да, похоже? Что это яблоня? Сейчас мзымта полная, настало ее время. Мзымта переводится как бешеная, вот эта река так называется. И сейчас тают снега, идут дожди. Уже, кстати, все снега почти растаяли. Сирень уже вон отцвела. И вот это одна из моих любимых набережных. Тут вид на Черную пирамиду. Сегодня вот облака.
тут гоняют шумахеры. Я бы и сам сейчас тут мчал, но самоката не было. Поэтому я иду пешочком. Так, тут вот, когда тучи, вот такие облака, тут очень красиво. Тут может так нарисовать. Вот я думаю, на закате нам должно нарисовать. И я буду стрим как раз на закате проводить. Посмотрите, очень красиво. Эти все тучи сейчас могут рассосаться или частично. И тут невероятно красивые виды будут тогда открываться. Туда Альпика, смотрите. Нравится. Одна из моих любимых Альпика. Почему? Потому что есть открытая кабинка, которая едет на 2250 метров без остановок. Сюда направо, налево точнее, это пихтовый приют, тоже интересный. Там зерпинский карниз находится. Интересные маршруты, но это только для физически подготовленных людей, кто любит активный отдых. Как красиво. Я это фотографирую. Так красиво, смотрите, тут так подстрижен газончик. Там такая елочка голубая выглядывает. Очень красиво смотрится все это. Так, а я опять снял куртку, иду в футболке. Так, потихонечку подходим. Это переход к Альпике. И с Альпики можно отправиться на пихтовый приют или на Альпику. Все, ну красиво, да? Посмотрите, как. Смотрите, канатная дорога на пихтовый приют уже закрыта.
Спортсмены бегают, смотрите. Тут заправка стоит, вот все, можно погонять. Смотрите, как красиво. Туча спускается к нам вниз. А здесь, смотрите, здесь был какой-то ресторан, и тут будут от Новикова теперь хинкали делать. Слушайте, эти хинкали уже очень много в Сочи. Я ел эти хинкали, я бы не сказал, что там что-то там невероятное. Обычное хинкалино. Ну вот я беру пельмени, да, с бараниной, ванили, и по моему мнению, пельмени с бараниной вкуснее, чем эти хинкали. На вкус и цвет товарищей нет. Но вот свое субъективное мнение я озвучил. Так, подходим к курортной зоне Роза Хутор, друзья. Прошли вот эту буферную зону. От Газпрома до Роза Хутор. И сейчас буду показывать курорт. Вот Олимпийская деревня. Так, ну что, мы подходим уже к основной курортной зоне. Тут уже рестораны, бутики, отели начинаются. И я думаю, отдельным роликом это все записать. Поэтому на этом я хочу с вами попрощаться, пожелать удачи, успехов, хорошего настроения. Поддержите меня, если вам понравился ролик. Поставьте лайк, напишите комментарий или отправьте донат, я буду вам благодарен. Я с вами прощаюсь до скорых новых интересных выпусков. Всем спасибо за просмотр и счастливо, удачи, друзья!